Тюменцы встретились с легендарной группой. Накануне шведский коллектив Secret Service провел в областной столице автограф-сессию с поклонниками. Это событие приурочили к концерту, который состоится сегодня вечером. Приходите к нам на концерт, мы сыграем все наши хиты и много всего остального. Прозвучит много песен, и новые песни тоже прозвучат, которые вы до этого никогда не слышали. Концерт начнется в 19:30 в Дворце культуры «Нефтяник». Билеты в кассах еще есть. Их стоимость от 1400 до 3700 рублей.